Отец певицы является ее опекуном. 37-летняя Бритни Спирс уже 2 года встречается с 25-летним манекенщиком Сэмом Асгари. Влюбленные уже давно живут вместе и строят планы на будущее, а Бритни мечтает выйти замуж за Сэма. Однако певица находится под опекой своего отца. Напомним, что в разгар карьеры у Спирс были серьезные проблемы с алкоголем, а потом и с наркотиками. Все поклонники Бритни прекрасно помнят, как артистка в один момент буквально сошла с ума и даже побрилась налысо. Тогда артистка несколько раз лежала в клинике, где проходила лечение. Сейчас Бритни уже полностью владеет собой, однако с тех самых пор ее опекуном является отец, Джеймс Спирс. Также он опекает и ее 2 сыновей. По факту Бритни не может сама принимать какие-либо решения, а все бумаги подписывает ее отец. Так что и выйти замуж без разрешения отца Спирс не может. Опека установлена на неопределенный срок, поэтому неизвестно, будет ли Бритни когда-нибудь самостоятельно принимать решения. Джеймс Спирс считает возлюбленного своей дочери Альфонсом и не торопится давать согласие на свадьбу артистки с Сэмом Асгари.